Всем привет, меня зовут Женя Некрасова, я писательница. Я хочу представить свою книгу новую, которая называется «Золотинка». И это сборник поэм о рассказах о женщинах, медведях и магических существах. Здесь действительно действуют магические существа, женщины и иногда даже медведи. Здесь также главный, наверное, герой, точнее героиня, кроме женщин, которые есть в каждом из этих текстов, это наша с вами реальность. Так она изображена художницей Ульяны Подкорытовой. Это наш с вами дом, который так сильно и отчасти катастрофически изменился за последние 2 года. И эти изменения я и постаралась, как захотела, описать в каждой из этих историй. Спасибо.